Добрый день, друзья! Сегодня у нас 30 ноября 2022 года. Город Воронеж, берег водохранилища. Ну, похоже, в Воронеж пришла зима. Второй день минусовая температура, ночью минус 8. Сейчас в данный момент минус 5. Водохранилище покрылось первым льдом. Пока еще тоненький, робкий. Но если морозец продержится, то лед станет. Второй день солнечно. Ветра практически нет. Есть небольшие порывы временами. Но то ли ветер, то ли сквозняк между домами гуляет. Зима-то пришла, но снега маловато. Его практически нет. Чуть-чуть он. Землю немножко прикрывает. Легкие облака в небе и нежно-голубое небо. Дымит во все. Солнышко светит, дымок из труб идет. Переулок Ольховый. Какие громадины возвышаются. Вот купола Успенской церкви. Купола Успенского храма. Не так давно здесь частный сектор был, а сейчас вырос целый микрорайон.
микрорайон Ольховый. Дальше частный сектор еще стоит. Вот частного сектора все меньше и меньше становится. Многоэтажки наступают со всех сторон. Это более старая часть переулка Ольхового. Такой он небольшой переулок Ольховый. Переулок Ольховый заканчивается, выходим мы на проспект, на Ленинский проспект. Thank you.
Вот подходим мы к улице Ленинградская. Авиационный техникум на той стороне. И яркое солнышко. Ленинградскую продолжают освобождать от старых двухэтажных домов. Ломают туберкулезный диспансер, детский. Пятая больница. Баня. Мы подошли к улице Полины Осипенко. Стоило солнышку показаться, сразу капель началась. Вот очередной дом в порядок приводит. Вот как было. Это дом довольно старый, где-то в 30-е годы прошлого века построенный. А вот как станет. Провода весь вид портят. Тоже неплохой дом, но вид желает лучшего. Улица Циолковского.
бывший кинотеатр «Родина». Какие же все-таки раньше красивые дома строили. Это послевоенные годы. Постарались украшать не серые коробки. Мы подошли к окончанию улицы Ленинградская. Она вливается в улицу Героев Стратосферы. И здесь мы нашу прогулку завершаем. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, ставьте оценки. До скорых встреч!